Всем привет, ребят! С вами снова я, Лиза Шубина, и сегодня я вам расскажу про еще одну мою фотосессию с Амиром Гумеровым. Да, наша серия с фотосессиями продолжается. Итак, как я в прошлом видео говорила, кстати, вы можете посмотреть его, перейти в зал, тыкнуть по ссылочке. У нас была фотосессия на набережной около водохранилища. Так, как бы сам купальник у меня, вот он, то есть вот вверх. И вот низ, такой вот у меня черенький купальник. Вот сейчас я бы заказывала на Женю. Кстати, все мои посылочки на Женю можете перейти на мою страницу и можете посмотреть, там где-то есть видео с этого Женя. Вот. Также сверху у меня была такая вот рубашечка, она у меня Страдивариуса. Стоила она около 1000, потому что были просто прекрасные, хорошие акции. Также у нас было 3 этапа, опять же, таки с Амиром Гумеровым. То есть первый этап — это сама фотосессия. Второй этап у нас был — это фотки с телефона. У нас были фотки с телефона, то есть, допустим, вот сравниваете профессиональную камеру Амира и телефон. То есть как бы где лучше, где как и какую программу можно использовать, чтобы получились на телефоне фотки, как, грубо говоря, с фотоаппаратом. Вот, и третий этап у нас были слоумошки. Слоумошки посмотреть у меня можете в инстаграме моем, и некоторые есть слоумошки у меня здесь в ютубе моем. Вот, также все фотки можете посмотреть в моем инстаграме Елизавета Шубина. Он будет прикреплен в описании этого ролика. Подписывайтесь, я вас всех очень сильно люблю и люблю новых подписчиков, как вы сами понимаете. На этом фотосессии у меня был опять же таки нюдовый мейкап, то есть база, тоналка, так скажем, вот это вот все. И то есть я делала яркие тени нюдовые, это такие розовенькие, светлые, либо светло-коричневые. Они же все время, понятное дело, что стираются, но все же, чтобы было видно, что у меня, ну, да, вот, и реснички. Также у нас сначала было на дороге, то есть песочки, а потом мы были спустили к водохранилищу, там фоткались, вот. Так, кстати, около водохрана теперь прям получились такие прикольные фотки, бежишь по воде, там все тут просто так вот все опыляется, брызгается вода. Конечно, там чуть воду не упала, это в Америке, к сожалению, не успела заснять, но все же. Было очень классно, как обычно, я там губила, почти ушла, ничего, сами понимаете, это не. Вот. А так, да, сейчас смотрите всю фотосессию. Skin, where will I be hiding when the storm comes in? Who is my disguise? I have lost my memories. Will they come back hanging by a thread? And I am giving in. Everything is cold, and now my fingertips turn blue. Tell me you can hear me. Talk to you. Tell me you can hear me when my lips talk to you. When my lips talk to you. When my lips talk to you. Tell me you can hear.
А так, в принципе, мне на этом все. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Всех люблю. Всем пока.